Купинское направление. Танк Т-72Б3М пробивает путь штурмовикам. Ведет за собой три БТРа с десантом по обе стороны лесопосадки. Поле заминировано. Противник бросает все силы, чтобы уничтожить нашу технику. Но попытки остановить бронегруппу проваливаются. Вот те самые три танкиста, три героя. Работают вместе уже 2 года, понимают друг друга без слов. Нужно как бы людей понимать. Уважение друг к другу, парни молодые, направлять как-то, подсказывать. Механик-водитель с позывным «Грибник» самый старший из экипажа. Говорит, главное в бою сохранять ум холодным даже в ситуации, когда вокруг все полыхает и под тралом многотонного танка взрываются мины. 3 точно мы поймали, 2 сразу они как бутербродом, то есть вот повезло, что траки в этот момент не оторвало. Продолжили движение. Вот это был самый такой тревожный момент.